Джейсон, ты на месте? Судно в 2 милях от берега. Мы еще не в нейтральных водах. Плевать на это. Не дай вам больше шансов сбежать. В трюме судна стоит мини-субмарина. На верхней палубе вертолет. Выведи их из строя любым путем. Вас понял. Я буду отслеживать твой сигнал. Оставайся на связи. Удачи. Слышал об этом парне с пристани? Ага. Говорят, псих был тот еще. Взорвал несколько катеров, вертолет, даже до насосов добрался. Псих? По-моему, он слишком профессионально работал. Его наняли убить в Амбосе, я сам слышал. Шеф как минимум один раз выходил в эфир. В Амбосе по радио не общается. Шеф расслабляется, Соломон парня-то пришиб. В общем, сказал, чтобы не беспокоили. Один из наших, работавших с прожекторами, сказал, что Соломон сбросил парня в воду. Верная смерть. Сигнализация на катере может доставить нам определенные неприятности. А, черт, опять клапан полетел! Сигнализация отключена. Джейсон, если ты не выведешь субмарину из строя, в Амбосе сможет уйти. Аварийный рычаг. Конечно, будет много шума, но нам нужно как-то остановить подлодку. Нужно разбудить шефа. Нельзя. Он сказал, чтобы его не беспокоили. Даже после того случая на пристани? Случай на пристани – моя головная боль, не в Амбосе. Прикажи своим людям смотреть в оба, и ни слова шефу. Джейсон, похоже, ты выиграл немного времени. Но сколько именно, я не знаю. Найди в Амбосе и прикончи его. Из-за шторма на судне практически не работает радиосвязь. Воспользуйся этим преимуществом. Убийца на кампусе! От меня не уйдешь!
Я слышал выстрелы в кубрике! Всем быть начеку! Здесь главные. Еще одна угроза. Хватит с меня этой лоп... Вы просто жалкая собачка. Зря я тебя сразу не убил. Для этого вам босс нас и нанял. Потому что все его люди... жалкие трусы. Напугал. И не таким глотки резал, ублюдок. Найди шефа корсиканцев и используй его оружие, чтобы убить Мамбоси. Тогда это будет выглядеть как местные разборки.
Джейсон, трудовой журнал хранится в одном из компьютеров неподалеку от тебя. Нам нужен этот файл. Перед уходом не забудь его забрать. Yeah.